день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Мы начинаем готовить уже в казане. Как вы видите, у нас уже все разогрето, казан готов. И сегодня у нас блюдо охотничьи колбаски с картошечкой. Добавляем в казан немного подсолнечного масла. Так, на нашем столе сегодня охотничьи колбаски, морковка, подчеревок, лук сладкий, лук белый, петрушка, зеленый лук, кинза и перец, перец карри. А также картошка, зеленый горошек, маринованные помидоры и смесь перцев. Поехали! Прожариваем нашу грудинку. Ох, как зашипело, как зашипело. Смотрим, наша грудинка уже поджаривается потихоньку. Так, теперь кладем морковку, чтобы она дала свой сок. Так, теперь у нас пошел сладкий лук и белый. И перемешиваем потихоньку. Огонь у нас слабый. Запах замечательный. Теперь выкладываем охотничьи колбаски. Да. Вот так вот по краям. И запах неимоверный. Все, ждем, пока поджарится. Добавляем перец, чтобы он дошел до золотистой корочки. И после этого всего будем добавлять картошку. Добавляем вяленые помидоры, чтобы они протушились у нас, ну, буквально 5-10 секунд. Запах обалденный. С дымком. Во. Хотя у нас колбаски остренькие, но тем не менее мы подперчим перчиком, чтоб теперь добавляем картошку. О! И перемешиваем. Наконец-то накрываем крышку и ожидаем где-то минут. Вкуснятина.
вкуснятина. Так, делаем горку. И накрываем крышкой. Теперь закрываем крышкой и оставляем еще на минут 5. Так, открываем, проверяем, как у нас картошечка. Запах просто объедение. Добавляем консервированный горошек, петрушка, кинза и зеленый лук. Чеснок. Перемешиваем. Уже аппетитно, уже хочется садиться за стол. И добавим немножко водички. Перемешиваем. Чеснок уже дал свой запах. Делаем опять горку. И накрываем крышку на 5-7 минут. Это божественно. Небо, солнце, природа. Так, открываем. Да, уже готово. Приступаем к дегустации. Красиво все выкладываем. Так, ну что, уважаемые подписчики и гости нашего канала, проводим дегустацию. Сегодня мы первый раз готовили в казане, но не последний, не расстраивайтесь. Так, картошечка у нас готова. Картошка сочная, мягкая. Теперь пробуем колбаску. Колбаска замечательная. Знаете, все вкусно, все замечательно, все отлично. У меня все красиво получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик. Это же Винегрет Стрит.